Ау, здравствуйте, мальчики и девочки. Что-то никого нету. Странно, где же все? Ля-ля-ля-ля. Ой, кажется, Чита идет. Ля-ля-ля-ля. Привет, ребята. Привет, Тимошка. Привет, Чита. А что ты такая радостная сегодня? Мяу. А я сегодня в первый раз прокатилась на троллейбусе с мамой. Ой, как интересно. Да, мне так понравилось. Когда я вошла в троллейбус, я со всеми сперва поздоровалась. Сказала «Здравствуйте». Но почему-то никто со мной не поздоровался. Мяу. Здороваться нужно только с теми, кого знаешь. Это совершенно не обязательно в транспорте со всеми здороваться. Да, ой, а я и не знала. Мне ведь никто не рассказывал, как нужно себя вести. Так вот, а потом мне так понравилось носиться по салону троллейбуса. Я носилась, кувыркалась, кричала. Мяу. Ну, вообще-то я тоже люблю так себя вести. Но, по-моему, это неправильно. Да? Ой. А еще я когда выходила, я всех растолкала и вышла первой. На меня как-то все странно посмотрели. Мяу. Не знаю. Мне кажется, что так себя вести нельзя. Мы спросим у Кати. Ой, а вот и она. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, мальчики и девочки. Здравствуйте, зверят. Так, а что у нас тут происходит? А наша Чита впервые прокатилась на троллейбусе. Мяу. Да, как интересно. Да, мне так понравилось кувыркаться, кричать в салоне, висеть на всех. Чита побывала в транспорте. Как интересно. Ребята, подумайте, в чем наша Чита не права? Разве можно так себя вести? Да? Нельзя так вести себя? Ой, а мне никто не говорил. Я не знала. Первая ошибка Читы, что, конечно, не нужно со всеми здороваться, заходя в транспорт. Здороваться нужно всегда только с теми, кого вы знаете. Мяу. Вторая ошибка Читы, что нельзя бегать и кричать по салону. Мяу. И, конечно же, третья ошибка, что при выходе нужно вперед пропускать пожилых людей, а мальчики должны пропускать девочек. И пожилых надо пропускать вперед. Надеюсь, Чита, что ты это усвоишь. И вы, ребята, тоже. Умейте себя вести в транспорте. Сколько нового мы сегодня узнали. Да, я больше никогда так себя вести не буду. Теперь я знаю, как нужно правильно себя вести в общественном транспорте. Мяу. И я тоже узнал много нового для себя. Ну а сейчас самое время послушать сказку. С удовольствием послушаю сказку. Мяу. И я тоже. Ехал мужик с горшками и потерял один горшок. Прилетела муха-горюха и спрашивает: «Чей домок-теремок? Кто в тереме живет?» Видит, никого нет. Она залезла в горшок и стала там жить-поживать. Прилетел комар-пискун и спрашивает: «Чей домок-теремок? Кто в тереме живет?» «Я муха-горюха. А ты кто?» «А я комар-пискун. Ступай ко мне жить». И стали они жить вдвоем. Прибежала мышка-погрызуха и спрашивает: «Чей домок-теремок? Кто в тереме живет?» «Я муха-горюха. Я комар-пискун. А ты кто?» «Я мышка-погрызуха. Ступай к нам жить». Стали они жить втроем.
Прискакала лягушка-квакушка и спрашивает: «Чей томок теремок? Кто в тереме живет?» «Я муха-горюха, я комар-пескун, я мышка-погрызуха, а ты кто?» «Я лягушка-квакушка, ступай к нам жить!» Стали они жить вчетвером. Бежит зайчик и спрашивает: «Чей домок теремок? Кто в тереме живет?» «Я лягушка-квакушка, а ты кто?» «Я зуенок-кривонок, по горке скок, ступай к нам жить!» Стали они жить впятером. Бежит мимо леса и спрашивает: «Чей домок-теремок? Кто в тереме живет?» «Я зуенок-кривонок, по горке скок, а ты кто?» «Я лиса, при беседе краса, ступай к нам жить!» Стали они жить вшестером, и горе им мало. Пришел медведь и стучится: «Чей домок-теремок? Кто в тереме живет?» Сел медведь на горшок, горшок раздавил и всех зверей распугал. Всего вам самого доброго, ребята! До свидания, ребята! Не повторяйте моих ошибок! Мяу, пока, друзья! До новых встреч! На веселом мяу уроке!